Сегодня понедельник, мы узнали, что Навальный проиграл везде, где только мог проиграть. Ну что сказать, товарищи белоленточники, вы проиграли, смиритесь с этим. Вся Россия увидела, чего вы стоите. Эти наипрозрачнейшие выборы показали всей стране, что народ никогда не поверит вам. Никогда. И что хотелось бы сказать, сейчас вы опять будете выражать свое недовольство, опять будете изображать, что выборы были нелегитимными. Но хотелось бы вас предупредить, не заигрывайтесь, потому что мы, движение «Социальная справедливость», в котором более 10 тысяч человек, готовы заставить вас замолчать. Мы приедем в Москву и действительно сделаем это. Точно так же, как мы сделали здесь, в Краснодаре. Поэтому лучше вам остановиться, еще раз задуматься о своих действиях, и пока у вас еще есть время, остановиться. Иначе последствия будут серьезны. Игры закончены.